Я всегда твердил, что судьба икра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я считал, что лес только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, что устав от поднятой веком пыли, русский класс отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, за окном осина. Я любил немногих, однако сильно. Я писал, что в лампочке ужас пола, что любовь как акт лишена глагола, что не знал Эвклид, что сходя на конус, вещь обретает не ноль, но хронос. Я сказал, что лист разрушает почку, и что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с поляны есть пример рукоплутия в природе данной. Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порою, порой отплюну. Я сижу у окна, я помыл посуду. Я был счастлив здесь и уже не буду.